Ребятушки, всем привет, привет на канале Пиратская жизнь. Слушайте, убираю сейчас со стола. И смотрите, салат недоеден, суп недоеден. Вот эти овощи чуть-чуть подгрызла. Сейчас вот Вася сказал, что он есть не будет салат. Поэтому выкидывай. Сердце с кровью обливается, выкидывает всякие там, знаете, салаты. Но себя засунуть не могу, насильно тоже не хочу. Вот совершенно ничего не лезет. Так. Овощи сохраню, еще можно их поесть. Вот. А вот это вот дело, к сожалению, придется все выкинуть. Сейчас убрала со стола. Вовка сейчас должен помыть. Вот, не знаю, что с собой делать, вообще ничего не лезет. После укола, вчера сделала укол, и все. И просто вообще, девочки, не лезет, не знаю, что делать. Пытаюсь уже в себя хоть что-то засунуть, пускай даже неправильную пищу. Так, рис. Первый пошел. Вроде был вкусный суп. А он, по крайней мере, с аппетитом сожрал. Так, первый пошел. И салат тоже. Вроде пахнет нормально. Хороший салат. Вкусный был. Не знаю, вообще не лезет. С тунцом, кстати. Не знаю, что первый раз вообще нормально, потом. Все, тебе все выкидываю. Я знаю, что неправильно! Выкидывать еду. Ну ничего с вами поделать не могу. Вообще не лезет. Вообще. Перевожу продукты. Просто перевод продуктов. Какой-то. Не знаю, у меня уже какая-то депрессия начинается. Ничего не могу сразу сунуть, поесть. Я вот думаю, может быть, попробовать хоть сыр. Может, кусочек сыра себе отрезать. Сыр я люблю, сами знаете. А что его отрезать? Я его прям так попробую поесть. Сейчас хочу вам это все-таки сделать этот сыр, кусок. Вообще не лежит. Вообще. Я не знаю вообще, чем питаться. Девушки, я просто не знаю вообще, что питаться, что есть. Понимаете? Я вижу какую-то вкусную еду. И, в принципе, она меня вызывает аппетит. Но когда ты начинаешь есть, ты ничего не можешь. Понимаете? Ты просто вот запихиваешь себя. Как не испытываешь вкуса. Что получается, вот я похлебала немножко щей. Кусок хлеба съела черного. Сейчас два куска сыра. Ни хрена не сбалансированное питание, ни хрена. Ничего не могу с собой поделать. Какая-то проблема. Пью как конь на водопое. На веса застой. Мне реально какая-то уже депрессия начинается. Я думаю, может быть, без уколов, если бы я пыталась себя ограничивать, по крайней мере, бы ела бы, может, было бы лучше. Хотя, с другой стороны, я боюсь, что на уколах, без уколов, я бы себя не смогла ограничить. Ну, сыр как-то хоть что-то. Короче, ладно. Сейчас оставлю его помыть посуду. Вот, надо будет сварить. Яйца, картошку. И сделаем окрошку. Может, окрошка мне зайдет. Со сметаной. Понимаете, я сейчас радуюсь уже и тому, что я что-то съела. Радуюсь. То есть я даже уже, я считала первые дни калории, сейчас я вообще их не считаю. А ну и что? Съела, съела. Я знаю, что без макарон, без сдобы, там, без какого-то жирного там мяса, сала и прочее, это не очень калорийно все. Поэтому я даже не вижу смысла что-то считать. Потому что ну, ты съел две ложки. Ну сколько там? Ну сколько? Вот просто вот скажите, сколько я сейчас съел? Чай без сахара. Сахарозаменитель. Чисто лимонный сок. И все. Ну пускай 5 калорий. И все. Мне кажется, у меня калометраж там упал меньше там 1000 даже. Тебя фиг узнать.
Может, что-то не замечаю. Ну, мне странно. Может быть, организму этого хватает. Ты охреневаешь, что раньше ты мог съесть таз, а сейчас вот ничего не можешь себя засунуть, и вроде тебе тоже этого хватает. И ты не хочешь кушать, ты понимаете? Я просто переживаю, чтобы не было каких-то других проблем. Хотя кто-то нам говорит, что ой, да с твоими запасами тебе тут на год хватит. Вот, ничего не лезет. А ванна за обе щеки, а я нифига. Ладно. Пойду поставлю, короче, картошку и яйца. И хочу сейчас сделать, короче, фарш из говядины. Вот, сварю с рисом тефтели. Пускай рис, хоть рис забьется, хоть какую-то калорию получу. Вот, немножко сварю, как раз туда засуну. И сделаю тефтельки. Так вот. Хочу тефтельки. Не котлеты, а именно тефтели, чтобы в соусе были. Чтобы не сухие были. Как-то так. Эх, мимо Вовкиного дома я без слез-то не хожу. Он на сегодня похудел, а я ни хрена-то не жужжу. Ребяточки, в общем, короче, готовлю. Плясать сильно не могу, коленка еще пока побаливает. Так, в общем, короче, у меня здесь варится уже яйца, 4 яйца, вот, 3 картошечки средних, вот, и поставил еще воду для риса. Вот, у меня есть говядина, хорошая такая говядина. Хочу сделать тефтели. Тефтели, а рис добавлю чисто, до, знаете, для сытости. Много не буду добавлять. Вот, но для сытости, чтобы можно было есть без гарнира. Вот, немножко подсолим рис. Сейчас будем делать фарш. Вот, рис будет говорить до полуготовности. Ну и это. В общем, хочу сделать окрошку. Окрошку я всегда любила, люблю и буду любить. У меня очень дедушка любил. А вот. Кстати, тефтельки хочу сделать вот таким вот соусом. Здесь у меня резанные томаты в собственном соку. Пардон, с базиликом. Вот, заказывала, помню, на Озоне или на Вайлдберрис. Вот, на Вайлдберрис, по-моему. А вот, так что, кстати, надо будет еще заказать хорошую такая вещь. Когда что-нибудь готовить, прям как хоба, и все. Блин, у меня яйца потрескались. Короче, девочки, готовим. Сегодня вкусно. Надеюсь, я хоть что-то поем. А вот, не буду считать калории. Как будет, так будет. Маленькую тарелочку окрошечки я очень надеюсь съем. И тефтельчику тоже запихаю в себя. Так и быть. Пойду пока, знаете что, почищу лук, почищу чеснок, чтобы было вкусно. Хочу вот потушить их в соусе томатным, будет очень вкусно. Так. Вовки буду с гарниром делать, сама без гарнира. А вот, в общем, видите, приходится много готовить, потому что, так сказать, ну, короче, чтобы было вкусно и приятно, приходится больше готовить. Вот, не буду там, знаете, прям большими-большими порциями. Суп я не знаю, как вот сейчас готовить, потому что, ну, честно, я его не съедаю. Ван один кастрюлю, что-то на неделю, ну, такое себе. Не знаю, может быть, надо будет что-нибудь другое делать или как-то вот по-другому варить супы, потому что, ну, ван столько не съедает. У меня вообще не лезет. Вот, в общем, у меня здесь все варится. Так, там поменьше огонечек. Пускай мне варится. Надеюсь, будет вкусно. В принципе, окрошку, знаете, мне кажется, ну, там единственное, что только вот не очень полезно, это что? Это у нас, так, подожди, прикрыть, чтобы я тут не убегала. Единственное, что там не очень полезно, это картошка в окрошке. Ну и то, знаете, просто вареная картошка без масла, без всего. Кушать буду со сметанкой, вот, вместо супа, как, знаете, как жидкий салат. Кто-то, кстати, окрошку ест вообще салатом, а он любит вообще салат. Я люблю вот именно с квасом. Квас у меня, кстати, хороший такой тоже. Сейчас покажу. Мы частенько берем. Вот, мне нравится вот такой вот квас. Вот, берем в Пятерочке. Такой. Вот. Однажды попробовали и прям не можем. Мне понравился. Вот, есть икра. Есть сырые. Колбасы. Все есть. Видите, холодненькие. Все есть. По чуть-чуть. На авокадо есть. Ну, что-то вообще ничего не охота. Ничего не лезет, ничего не лезет, девочки, ничего не лезет. Так, все, пошла почищу лук, чеснок для нашей тефтельков. Так, рис пока варю до полуготовности. Он здесь поварится, чтобы не сильно он такой раз спаривался. Потом потушим такими шариками, такими в томатном соусе. Уже почти все приготовила. Осталось только картошку доварить, что она у меня плохо варится долго. В общем, смотрите, 2 огурчика. Вот немножко редиски, 5 штучек.
А вот это у нас пойдет как раз для тефтелек. Рис отварил до полуготовности. Вроде бы. Ну-ка. Ну, практически готов, конечно, но нормально. Пойдет. Ну, такой, знаете, слегка альденте. Ну, будет супер. Так, укроп. Это у нас все пойдет в окрошку. Куча лука. Люблю, когда, знаете, в окрошке очень много зелени. Здесь у меня яйца остужаются. Вот так вот. Вот. И здесь картошка доваривается. Вот две маленьких вытащила, одна побольше еще варится. Вот я под крышку. Хочу сейчас, знаете, чтобы быстрее картошка остывала. Я ее прямо вот так пополам режу. Вот, и она будет быстрее остывать. О, мягкая. Уже хорошо. Эти вот так трассы, все. Ее все равно резать. И чистить. А так она быстрее остынет. О, супер. Супер. Просто вареная картошечка. В мундире. Хорошо. Все, жду, когда вот это вот доварится. Все. В принципе, у меня уже все готово. Так, это у нас пока не надо. Ну, у меня самое главное, девочки, я занимаюсь подготовкой, а все готовит у меня Вован. Ну, как все готовит? Он у меня режет. Он у меня самый главный резатель. Вот, а я обычно все подготавливаю. Ну, зато подготовить это тоже, понимаешь? Порезать, что, сел, порезал. Так вот, пока ты туда-сюда побегаешь, все сделаешь. Тоже, блин. Вот думаю, как вообще картошку по-быстренькому очистить. Сейчас вот эту вот чистила, а горячая. Я пыталась ее чистить. Сейчас вот видите, вот только достала. Срежем пополам. Блин, горячая, капец вообще. С руки жгла. А! Ее резать-то. Так. Оп. И режем пополам. Все, она так быстрее остынет. Так вот, раз. И все. И все, она так быстрее остынет. Ждем, когда чуть-чуть подостынет, и все. То, блин, бедные мои ручки. Все какие-то красные, трававые такие. Вроде пахнет нормально. Понимаете, мне все вкусно пахнет. И готовить я хочу. Но засунуть себе почему-то еда не получается. Еду. Горячая, капец вообще. Ай, не могу. Горячая. Блин, ее почистить чуть-чуть надо. Вон, видите, как шкурка слезает хорошо. Ну все, и положить только она остывает. Блин, она такая горячая вообще. Жуть. Стою здесь, жгу руки. Не могу дождаться, когда она остынет. Нужно порезать уже и все, Вована зарядить. А самой идти домашними делами заниматься. А он же у меня такой человек, понимаете, он же все не сам не сможет. Ну что, подготовить надо. Ну, тоже почти почистил. Вот так вот. Жгу руки. Ну, все делаю. Все, остужается. Еще одну половиночку. И все. И картошка моя готова. Быстро все сварилось. Долго, кстати, что-то варилось картошка. Это вот мы покупали в палатке. Это как ее? Это старая картошка. Не картошка, которая, как называется-то? Не египетская. Египетскую вообще не люблю. Она такая, знаете, там один сплошной крахмал. В этой хоть вкус есть. Вкусный. Вот. В общем, отварная картошка. Да, знаю крахмал. Но у меня вообще жесткий недобор по этим углеводам. Раз. Вот. Во-вторых, я не могу просто в себя что-то засунуть. Два. Ну, хоть что-то надо поесть. Три. А если я буду кушать? А если я сделаю без картошки? Ну, девочки. Тоже не окрошка. Я вот съем маленькую тарелочку, наслажусь. Получу свои калории. Наконец, доберу. Буду радоваться жизни. Как-то так. Как-то так. Все, почти очистилась. Блин, горячая собака. Ой, не могу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Вот так вот жгу руки. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Все. Все. Все почистил. Все, картошка остывает. Красота. Потом из себя молодец, смотрите, все руки красные. Вовку подтянулся. Работать будет. Работать. А то и он сейчас говорит, ему тут работу уже предлагают. Говорят, давайте, Владимир Павлович, к нам охранникам. Требуется. Охранникам требуется, да? Вот, а я говорю, нифига, нифига. Может, ты помельче будешь резать? Я тебя очень прошу. Давай помельче.
Очень помельче, особенно огурчики. Ты вот любишь их не стругать. Вот эти. Короче, вот тебе картошка. Картошка. Ну, в последний момент ее режь, потому что она остывает еще. Вот, 4 яйца, огурчики. Все, режь. Здесь у меня тоже все подготовлено. Я уже устала. Сюда. Ну, в принципе, уже все готово. Хорошо. Сейчас окрошку сделаем. Хотите как салат, хотите как суп. Я буду как суп ее. Салат не хочу. Что-то вообще, кстати, такая погода сейчас. Не хочется ничего горячего. Вот. Так что такие дела. Кто молодец? Я молодец. Так, раз, и окрошечка. Давно, кстати, не ели окрошку. С прошлого года. Сейчас, в принципе, погодка такая. Он же кондей гоняем вовсю. Завтра вообще, ну, кстати говоря, 24 градуса. Вот так вот. У меня завтра прием. Будут мне делать УЗИ сердца и делать электрокардиограмму или как-то так. В общем, сердце проверит. Записалась на сердечко. В общем, прохожу полное обследование. Бойся. Такие дела. Так удобно, знаете, иметь мужа, который все режет. Оф, я тебе еще раз говорю, можешь порежь, помельче, пожалуйста? Нормально. Но я не смогу их засунуть. И так не на салатик. Вот хотя бы еще на две части разрежь огурцы. Пожалуйста. Это что за вот это вот такое вот? Я хочу есть это не как салатик, я хочу это кушать как суп. Сейчас будешь выпендриваться, я вообще натру всю эту. И будет как тертая окрошка. Понимаешь меня? Ну что это такое вот? Ну что это такое? Ты бы еще вот так вот раз, два сказала. Это как на греческий. Да. Да. Греческий толщий. Ну, привык он вот так вот, знаете, вот резать вообще как-то, я не знаю, что. Ну что такое? Картошку сейчас так же постругают. Да. Вот не хочется. Вот на несколько частей, пожалуйста, разрежь все. Раз, два, еще три. Вот лишь бы раз, 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 и все. Тяп-ляп и готово. Вот этот разряд. Тяп-ляп и готово, да. Все, ладно, пускай режет. Я потом приду, проинспектирую. А сама пойду это. Не знаю, душ прямо. Чуть жарко тут. Готовки всякое. Сейчас надо фарш еще сделать. Сейчас, знаете, я тут что-то показываю. Занималась своими делами. Что-то забыла совсем. Оказывается, у нас в окрошку-то еще колбаса идет. А все, я думаю, ой, как здорово, как здорово. Ковка все порезала уже. Я думаю, о, немного получилось. Оказывается, еще колбаса. Я вообще забыла. Оказывается. Думаю, так, фарш еще надо сделать. Короче, не знаю, когда все успеть. Я хотела сейчас пойти прогуляться. Сегодня поздно встали. И вот это прям проблема. Когда поздно встаешь, день так быстро заканчивается. Туда-сюда, и раз, и день закончится. Хотя вроде вчера, знаете, легла спать вообще в 3 часа. Я сейчас сплю, девочки, вот не совру, 10 часов. Вы можете себе представить? У меня какая-то сонливость вообще просто жесть. Реально дрыхну по 10 часов. Так получается. Не знаю, что с собой делать. Просто сплю, 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 как срок. По 10 часов. Вовка тоже со мной рядом. Ну, как говорится, если его не трогать, он будет спать тоже. По 10 часов, изи, легко. А я вот такая вот. И поэтому день как-то очень быстро заканчивается. А пока проснешься, пока еще раскачаешься. Туда-сюда. И все. Все, колбаска. Сейчас доделаем окрошку, я не знаю, пойдем, может, прогуляемся все-таки. Пока еще светло на улице, ё-моё. А котлеты уже попозже. На. Остатки. Давай. Остатки былой роскоши. Все, окрошку практически доделали. Окрошка у нас есть. Что осталось? Тефтельки сделать. И все. Еще не хочу. Так, да, кстати, еще издержки вот. По уколам. Это сонливость. Ну, не как сонливость. Вот, в плане того, что очень-очень долго спишь. Вот, ты не можешь проснуться. По крайней мере, у меня так. Ну, многие про это, кстати, тоже пишут. Что сплю как сурок. Видать, организму не хватает питательных веществ. И он, так сказать, пытается экономить силы. Ну, хорошо, хоть у меня есть возможность спать. Вот, а вот другим, которые работают, то прям да. Ну, на нормальной работе, кроме того. Не, у меня нормально работаю, да?
Вот, но ненормированная. Скажем так, могу проснуться, когда хочу. И делать, что я хочу. Это здорово. В какой-то степени. Так. На. Все, я тебе все почистил. Опа. Здесь сколько? 300 грамм колбасы. На всю окружку. Кто у меня молодец? Вовка у меня молодец. Смотрите. И картошку-то помельче не стругал, как я попросила. Ух ты. Молодец какой. Колбаску режет. Вот, в общем, будет у нас окрошечка. Вот такая вкусная. Хорошая. Тазик. Целый. Ну, я уже говорила, мы мелкими порциями готовить не умеем. Поэтому готовим сразу тазами. Так. Кстати, вкусно пахнет. Прям очень вкусно. Все, окрошку приготовили. Наверное, сейчас, знаете, перекусим и пойдем прогуляемся, пока еще светло. А потом придем и уже приготовим все вместе. Все, мои хорошие, люблю всех, целую. Пойду сделать бутербродики. Подписывайтесь на наш канал. Ой, все рассказываю, все показываю, все на себе экспериментирую. Все как честно. Увидимся. Пока-пока.